Вот как мы нарядно подъезжаем к месту сегодняшнего ночлега. Слушай, ну я, по крайней мере, рад, что мы поели уже. Да, и что у нас еще с собой есть. И с собой, да, у нас еще чуть-чуть осталось подкрепиться после вот этих вот всех стрессов. Ну вот где-то сейчас вот здесь. Как кладбище? Как кладбище? Кладбище 19? Нет. Ну, похоже, есть кладбище, сам посмотри. Нет, стой. Номер здесь. Номер здесь, а подъезжать с той стороны. А кто тебе сказал? Вон там въезд. А, вон, нет, вон тот дом спереди. Красивый. Я помню, что место было достаточно приятное. Такое вот место. Приятное. Наверное. Ух. Бонжур, бонсуар, то есть уже суар. Наверное, там, наверное, где-то там. Наверное, либо мы опоздали и придется спать на кладбище. Ну, кажется, ну, выглядит вроде как на картинке. Нет, это там собаки, наверное. Может, напиши ее, ну, сум за ривы. А, вот кто-то идет. Et vous pouvez prendre d'autres oreillers. D'accord. Voilà. Donc les toilettes. Voilà. Et la salle d'eau. La salle d'eau. Voilà. Donc là, la douche est là. Vous avez déjà la douche en point. Et là, pour la faire marcher, vous appuyez sur ce bouton pour la ventilation. D'accord. La lumière, la ventilation. D'accord. Et donc, je fais du vélo aussi. D'accord. Je fais pas de vélo électrique pour l'instant. Alors, tu pars de l'intérieur, elle part de la Dordogne. Et on revient ici. Бонсуар. Наш прекрасный новый дом, которым мы очень довольны, и это реально прям почти дом. Ну, полдома, окей. Во-первых, пахнет вкусно. Приятный запах не сырости, потому что предыдущие мы жили на острове Рон, мы говорили, там прям, ну, влажно очень, ой, на острове Рэ. Мы жили, там влажно было очень, и прям вот такой вот запах сырости. Вчера мы тоже жили не на острове, но почти в бейсменте, и тоже немного так сыроватый старый дом. А здесь прям дом в идеальном состоянии, прям весь отремонтирован, посмотрите, как красиво. Здесь у нас такая приятная зона, за которой мы сегодня, скорее всего, поедим наш десерт. Мы очень любим такие штуки. Смотри, да? Как красиво. Приятно, приятно трогать. Ключики, все. Вот здесь такая же скамеечка. Здесь, если тебе будет холодно, можно и утеплиться. Еще это может быть головным убором. Ну и просто вот такой вот приятной штучкой здесь. Стол, телевизор, который нам не нужен, мы не смотрим новости, вообще от всего полностью абстрагировались в этой поездке. Водичка и, чтобы нам было приятно, вот такие вот галеточки прекрасные. А нам приятно. А нам приятно, да. Угостимся. Или с собой возьмем. Кофе, чай, станция. Здесь смотри, набор чаев. Набор чаев, да, роскошный. С удовольствием воспользуемся. Всякие разные, да. Сегодня чай мы попьем. Полочка такая, смотри, какие здесь штучки. Здесь. Да, все такое милое. Все так со вкусом, все так прям постель. Идеальная прям. Прям вообще. Прям. И матрас не супер мягкий. Сегодня было ощущение, что он вообще водяной. Аж вот так вот. Качало, да? Да. И подушки были. Такие ужасные сегодня были подушки, как будто бы там поролон весь такой, весь подратый. И я уже не знаю, как шея это выдержала. И спина. Ну, как правило. Шкаф, в который нам нечего вешать, потому что мы на лифте. Потому что ничего нет. Так, здесь мы можем почитать. Библиотека имеется. Книжки с картинками, книжки без картинок. Водители, туалет. Здесь все очень аккуратно, но тоже так со вкусом и красиво, все такое серенькое, такой приятный, очень красивый цвет.
здесь прекрасная такая светлая ванная. И тоже пахнет приятно, да. Смотри, какой душ. Чистенько все. Сияет. Душ лейкой, как мы любим, чтобы можно было так с утра встать, расслабиться. Я, пожалуй, вечером встану, расслаблюсь. Вот это вот все, смотри, все. Как бы это странно не звучало. Посас, все прям с таким как-то прям... Да вообще, я не знаю, 5+. И сегодня можно будет как следует постираться. Здесь много мест, где можно все развесить. Да. У нас есть на это время сейчас. Уже никуда не поедем, никуда не пойдем, мы все эти... Все, сегодня наездились, да? И здесь есть кондиционер еще, что тоже важно, да? Так, а кто-то дегустационный... Кто о чем? А дегустационное бюро? Срочно дегустировать галеты. Раз угощение, чтобы не угостить. Слушай, мы так подрумянились уже конкретно. Подкоптились. Я бы сказал. А ты хочешь? Пока нет. А я хочу. Я потом с чаем. У нас еще там сыр, паштет. Какая вкусная. Валер? С чем она? Миндальная? Она просто вкусная. Просто вкусная? Можно кусочек? Я же говорю. Вкусная печенька. Ну, пойдем с печенькой прогуляемся по двору. Покажем вам, что у нас здесь. Такой приятный садик. Аккуратный. Опять же, в кои-то веки, да? Да. Если хорошая погода, то можно завтракать и вот здесь. Если хорошая погода. Ну, говорят, завтра холодно. Говорят, завтра 12 градусов, да. Прохладно. Здесь мальва, как там водится. Там рододендрон. Там рододендрон. Это не рододендрон, это что-то другое. Там фиговое дерево. Фиговое дерево такое большое, красивое. Там фуксия. Там пепел шафран. Да, фуксия такая симпатичная. Роза. Пахнет? Сейчас понюхаю. Пахнет чуть-чуть. Чуть-чуть. Да, но они какие-то такие. Мальва, конечно, очень красивая. Все такое очень аккуратненькое. И ты меня напугал сначала красивое тем видом, кладбище. Когда красивое кладбище, да. Ну, правда, мы, по-моему, в таком еще не останавливались. Ну, за эту поездку? Это нет, нет. Это прям очень приятно. Напоминает мадам Риснель. Завтра не будет никакого урагана. 12 градусов уже достаточно. Как наш предпоследний день, какой, да? Нет, не был предпоследним. Не был предпоследним? В Британии. В Британии. Когда мы остановились в шикарном совершенно особняке. Милейшая мадам, которая нас... Которая говорила нам, торопитесь, скоро будет ураган. Скоро будет ураган, тогда да, мы не знали. Да, у нее тоже было очень приятно, и вот здесь. А еще вот такой вот разухабистый кампсис. Трампет вайн разлианился здесь. Ну, вполне себе, я смотрю, под контролем его держат и красиво очень смотрится. Посмотри, как его здесь сделали. Вообще роскошно, я бы сказал. Вообще цветы крупные-крупные. Очень красиво смотрится. И хозяйка очень милая была. Прям поболтали с ней, немного французский тоже попрактиковали. Она была в Канаде, в Квебеке, была осенью, была зимой. Тоже любит велосипеды. Говорит, о, у вас не электрический, я тоже не люблю электрический. Говорит, у меня сейчас тоже обычный. Ну, в общем, тоже такая спортивная. У меня такое ощущение, что если бы мы ей сказали, чтобы мы не поели, она спросила, вы за манже, вы уже поели? Если бы мы сказали, что нет, она бы нас чем-нибудь накормила наверняка. Наверняка, мы, да. Хорошая женщина. 83 километра. Отлично. Отлично. По плану было 60, не больше 65. Вот тебе и велопоездки. Обычно добавляется что-то. Это мы еще не успели. Мы хотели сделать до старого моста. Мы бы 90 проехали. Мы сократили. Время десерта. Там какой-то такой фланообразный крем. Фланообразный хлам. Такие пим-пим-пим. Крошки шоколадные. Хотелось чего-то. Там были разные. Были тирамису, были панакот, но я захотелось чего-то более-менее французского. Ну, вкусный такой кремовый десерт. Кофейный. Не сильно сладкий. Бим 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 бим
пьем. Птицы аж затихли, а ждут решения дегустационного бюро. Ничего. Ничего. Ну, для магазинного такого десерта в банке достаточно вкусно. Вот, знаешь, мне уже в некоторых ресторанах тоже подают. Может быть, они отсюда и берут? Могут. Вкусно. Что ты там нашел? Аи. Так он зеленый еще. Ну, попробовать-то можно. Он падает, значит, это сырой. Орех что? Орех. Это желудь. Сам ты желудь. Не сломай зубы. Звук страшный. Ты что, точно сейчас зуб оставишь на этом орехе? Смотри. Это ядрышко. Ну? Ядра чистый изумруд. Что-то белочку зовут. А это агава. Это агава. Текилу из нее делают. Что ты думаешь, что это что ли эти закладки, урны? Урночки, да. Это горшки с цветами. Ну, откуда у меня туда видно, что ли? Кладбище. Я было испугался, что у нас вот этот дом опять. Думаю, да что ты будешь делать? Опять за садом не ухаживают. А кого что беспокоит-то? Прогуляться по городку, пока идем по дороге. Безлюдной. А мы что, мы люди, значит, людно. Вот такой интересный дом. Это почта такая. Ну, это прям такая приятная глушь-глубинка. Что? Люди потише. Люди потише. Аест на столбе. Ты что сказал? Аест. Аест на столбе. Мы зря сюда шли, что ли? А я думал, ты эту лаванду хочешь занюхивать. А тебя сейчас пчела в нос укусит. Да ничего не укусит. Я даже маленькую лаванночку себе на сон грядущий. А что ты к себе? А, тебе лаванночку чуть побольше на сон грядущий. А ты что снимал? Лаванду, я вот так вот. Все, пойдем. Расслабленные ночи. Ну, мы сейчас до канала все дойдем. Ты где канал? Может быть, так пройти? Котя, ты что идешь посреди дороги? Иди, уходи с дороги. Уходи с дороги. Сюда, переходи. Кс-кс-кс. Иди сюда. Иди сюда. Ну, сюда иди. Ну, что в центре дороги просто? Ой, мяу. 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 Это мальчик. Хороший полосатый. Хороший мальчик. Хороший. Ой. Хороший. Хороший мальчик. Хвост трубой. Теперь с нами пойдешь? Ну нет, тебе надо домой. Наверное. Ты же в другую сторону-то шел. Дружище. Ты же в другую сторону-то шел, а? Ну? Домой иди. Хватит. Ну, тебя не гладят, что ли, дома? Почему сладкий? Что, наверное, за тобой идет? Ну, что хоть, а? Домой беги. Все, давай. Давай, иди домой. Домой. Иди домой. Все, все. Тыкается, да. Все, иди домой. Иди. Теперь сопровождение. Пока. Пока-пока. Хороший, хороший. Давай, домой. Какое чудо ты. Чудо ты полосатое. Полосатое чудо. Чудо ты полосатое. Эти... Тебе Гриша, что ли, передала по сети? Как Гриша заваливается. Маленький. Все, беги, там птицы тебя ждут. А ну пошли. Все. Оставили позади. Нет, ну не надо. Все, пока. Да у тебя тоже все сгорело. У меня нет.
Я мазал. Нос все. Тоже у тебя сгорел. Ты по пути сюда проезжали вот такой вот красивый канал. Такой канал. А там солнце садится. И мы сейчас пойдем. Судя по нашим красным носам, по пути сюда мы его тоже проезжали. Ну да. Да, там вообще о. Я два раза мазался. А я мазался два раза. Два раза. Я на этом. Ты же мне давал, я мазался. Нет, я еще намазался синее лицо. А, я синее лицо не мазал. Завтра намажу синее лицо. Ты занял ракурс такой, где красных носов не видно. Очень выгодно. Очень выгодно. И закат. Ракурс занял для того, чтобы сказать... Ракурс занял для того, чтобы сказать «Bonne nuit». Спокойной ночи. Я чувствую себя... Адумал. Тетей Валей в кругу Степашки Каркуши. Все. Мы пошли на боковую. Спокойной ночи! Сегодня укатались. Сколько? 80? 82,5, по-моему. 82,5. Хорошо. Все. Нормально. Пока. Солнце, тоже пока. Завтра давай, не шали. Такая... А мы идем на кладбище. Чё орёте? Такие две. Разлаялись. Пойдем, пойдем. А то он сейчас всех разбудит здесь. Если никто не спит. Здесь уже все спят. Я не знаю, что мы сейчас отрабатываем. Поехали. И оказались где-то на песчаной тропе. Ну, ехать здесь невозможно. И катить велосипед нормально тоже практически невозможно. Приходится его буквально проталкивать. Самое главное сейчас дотолкать. И чтобы случилось так, к счастью, чтобы в цепь песок не попал, и мы смогли дальше еще ехать. Ух.